Продолжим выпуск. В стране растет число молодых людей, которые испытывают сложности с трудоустройством, поэтому им нужна поддержка. Сегодня в коворкинг-центре была организована мотивационная встреча под названием «Шанс для молодежи». Мероприятие провели представители национально-этнографического объединения «Адырна». Также на него были приглашены сотрудники палаты предпринимателей и специалисты молодежного ресурсного центра. Они рассказали гражданам, обратившимся за консультацией, о способах открытия бизнеса, как получить грант на развитие собственного дела. Отметим, что специалисты объединения ранее проводили такие встречи в северных и восточных регионах. Аналогичные мероприятия будут организованы и в других областях. Цель мероприятия – как бы социализация молодежи и в то же время мотивация их, и чтобы они как бы выросли как личность, самостоятельные как бы личности, открывали свой бизнес, свои как бы раскрывали свои возможности, чтобы они развивались и становились как бы не молодежь, а такими личностями, которые как бы давали плоды обществу.